Итак, снова всем привет. Вот сделаем маленький такой обзор трактора Т-25А. Этот трактор 92 года рождения, то есть выпущен в 92-м. В 92-м был куплен одним хозяином, в которого купил его я. Там есть, в принципе, на Farmer.ru есть вся его история. Трактор Т-25 называется вроде бы. Там полностью все, как он ремонтировался, делался. Он был разобран полностью. Поменены две шестерни и реверс в коробке передач. Двигатель еще родной, то есть никто туда не лез пока. Топливную, соответственно, на стенд с форсунками вез. Так, по трактору были сделаны дополнительные модификации. Это гидроусилитель руля, соответственно, навеска сделана. Ну, соответственно, насосы все я поменял, гидрораспределитель, цилиндры и так дальше. Колеса широкие. То есть, вот в таком он сейчас состоянии, как бы рабочем состоянии, чтобы не говорили, что он сидит в гараже и нифига не делает. То есть, в принципе, он рабочий и, в принципе, очень много работы делает. И это по сравнению с другими тракторами. Он все у меня, кроме пахоты. То есть плуга он пока, хотя плуг есть, но плуга он не видел. Ну, в принципе, вот в таком он состоянии. Соответственно, сейчас уже на зиму будем его мыть, ставить на хранение. В этом тракторе стоит, как мы все знаем, двигатель Т-21. Стандартный двухцилиндровый, очень экономный двигатель. Стартер магнетон в итоге. То есть перепробовал много стартеров. Этот реально заводит зимой при аккумуляторе сотки. Ну, зимой имеется в виду до минус 5, там без проблем. Свечи накала есть, работают и, в принципе, заводятся. Стоит допривод на гидравлику, два насоса левый и правый, соответственно, запитана рулевая от отдельного насоса, отдельно сделана как бы система, вот бачок камазовский, кто-то хотел там увидеть крепление, но отсюда его тяжело увидеть, но можно. Вот такое самодельное сделал. Хотя, в принципе, я думаю, ну, хватает его. Но можно, в принципе, у Саши купить там стандартный калита. Алекс вроде бы есть, продает. Это, еще хочу сказать, здесь воздухан, фильтр грубой очистки, тонкой очистки. Центрофуга, соответственно, тоже буду скоро менять его. Ну, насос, ничего не могу сказать, хороший, нормальный. Проблем с ним нету. Ну, соответственно, когда ставил рулевую, здесь потеки, потом помоется, это все и будет чисто. Цилиндр себя оправдывает хорошо. Стоят 4 груза. Буду ставить дополнительно для работы с карой еще 2 добавлять. Пока не установил зеркало нормальное, все в процессе. Ну и что сказать, в принципе, по салону все старался максимально восстановить заводское. Вот так он выглядит. Салончик, то есть, в принципе, все заводское. Ну, сиденье, сами понимаете, какое там сиденье, то есть самодельный кронштейн нижний и польское сиденье. Ну, такое себе. Я бы что-то лучше даже установил. Ну, и обшить осталось салон внутри. Ну, родной полик еще сохранился. То есть, в принципе, мне трактор как бы очень нравится в работе и экономный очень. Ну вот это новая резина, очень мягкая, очень хорошо работать на ней. Ну, кабина тоже в идеальном состоянии, было все, снималось, разбиралось. Ну вот цилиндр поменял, как бы доволен. Ну, навеска вообще бомба. То есть, в принципе, ничего не мешает, кардан крутит. Что еще? Ну, как бы вот в таком состоянии это трактор. Строго не судите. Вот что есть, то есть. Все, всем спасибо. Да, видео делал для Саши, в принципе. Он мне очень помогает с запчастями, в принципе. И не только мне, то есть все довольны. Если бывают косяки, однозначно бывают, то в каждой работе есть, то в принципе он все быстро меняет, делает и так дальше. То есть проблем нету, рекомендую даже так. Даже так могу сказать. Всем привет, пока.